Минувшая ночь едва ли не стала роковой для жителя Ветковского района. Пожар вспыхнул в частном доме, когда мужчина спал. Его разбудил сигнал пожарного извещателя. По информации МЧС, погорелец выбежал на улицу и укрылся от огненной стихии в погребе. В результате ЧП уничтожены жилища и хозяйственные постройки. Предварительных причин инцидента несколько. Это неосторожное обращение с огнем хозяина дома или неисправность газового оборудования.